Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня в выпуске. Ответственные за комфорт и порядок. Работники ЖКХ отметили профессиональный праздник. Плюс один. В Чебоксарах скоро завершат реконструкцию детского сада. Из первых уст. Какие впечатления произвели на нашего корреспондента Паралимпийские игры и столица праздника спорта? Сегодня в Театре оперы и балета праздновали День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Перед праздничным концертом гости мероприятия осматривают современные авто для уборки мусора. Этот «Мерседес» можно назвать эксклюзивом. Их в России всего три. А в Чебоксарах этот мусоровоз уже второй. Если говорить о вместимости, один такой фургон заменяет два «КамАЗа». Для сравнения, мы на 1 января 2013 года у нас выезжало 32 машины. На сегодняшний день при большем объеме у нас выезжает 19. На весь город нам нужно вот эффективной такой техники, вот подобное, что было сегодня выставлено здесь перед входом в театр, всего 12 единиц, ну 13 на весь город. Удобство работы на таком мусоровозе Виталий Тихонов уже оценил. Ранее водителю приходилось ездить на машинах поменьше, рейсов делать больше и, соответственно, приходить домой позже. Работается намного легче. И почему? Потому что на этих машинах вместимость побольше, управление получше. Ну, иномарка есть иномарка, конечно. В планах спецавтохозяйства также полностью заменить привычные мусорные баки на контейнеры евростандарта и в целом повысить качество услуг. Об этом говорили на торжественном собрании, отмечая успехи и обозначая задачи. Наша задача, развивая, конечно, конкуренцию, чтобы финансово-хозяйственная деятельность любой организации в конце года была прибыльной. Чтобы труженики этих организаций имели соответствующую прибыль для того, чтобы увеличивать свои доходы. Наряду с успехами, которые, очевидно, говорили и о проблемах. Те, кто серьезно относится к своему делу, не забывают о нем и в праздник. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к системам жизнеобеспечения. И от того, насколько она отлажена, зависит комфорт и благополучие всего населения. Нехватка средств, отсутствие технологий и, наконец, острый дефицит кадров – решение всех этих вопросов не отложишь в долгий ящик. Николай Григорьев, слесарь с 40-летним стажем, с грустью поделился. У них в коллективе одни пожилые. Чтобы у нас работали молодые ребята, надо, чтобы условия были хорошие, чтобы это песок, ключи, инструменты и зарплата. Тогда будут у нас работать. За добросовестный труд наградили заслуженных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Благодарности получили и трудовые династии. А в коммунальном хозяйстве есть семьи, чей общий стаж превышает 100 лет. Сегодня же в Чувашском драмтеатре чествовали работников другой, не менее важной отрасли – газоснабжающей. Заволжское линейное производственное управление магистральных газопроводов было создано 30 лет назад и с тех пор остается одним из важнейших транспортировочных узлов. Протяженность газовых магистралей, которые обслуживает Заволжское управление, свыше 1000 километров. Глава Чувашии, поздравляя газовиков, поблагодарил их за работу и отметил, что с головной компанией «Газпромом» республику связывает тесное сотрудничество. В городе Новочебоксарск не хватало газа. В принципе, «Газпром» сегодня за счет своих ресурсов реализует 4 инвестиционных проекта для того, чтобы экономика наша развивалась, строилось жилье и создавались комфортные условия, прежде всего, для наших семей, для наших детей, для наших ветеранов. И вот 4 проекта плюс проект газификации Заволжья – это примерно 1,1 миллиарда рублей за счет средств «Газпрома», которые создают благоприятную среду для развития уже малого, среднего бизнеса, для развития крупного бизнеса. Если ты написал 2 тома русско-чувашского словаря или составил энциклопедию, изобрел асинхронный двигатель, то ты можешь стать лауреатом государственной премии. Но кто внес наибольший вклад в развитие науки и достоин почетной награды, решит беспристрастная комиссия. Сегодня на первом заседании Государственной комиссии при главе Чувашии определили председатели экспертных комиссий. Для объективности в состав жюри пригласят специалистов по профилям представленных работ. Именно они решат, кто достоин награды. В этом году на соискание государственных премий Чувашской республики в области науки и техники представлено 9 работ. 7 в области гуманитарных и 2 в области естественно-технических наук.
Летом этого года еще один садик распахнет двери для малышей. В Чебоксарах продолжается реконструкция здания по Эгерскому бульвару, 35, корпус 1. Бывшая детско-юношеская спортивная школа имени Валериана Соколова снова станет учреждением дошкольного образования. В двухэтажном садике расположится 11 групп, 4 из них ясельные. Кроме бассейна в садике предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, спортивные, музыкальные и компьютерные залы. Всего садик рассчитан на 220 детей. Застройщик – городское управление капитального строительства. Стоимость муниципального контракта – 63,5 миллиона. Начало строительства было начато в октябре 2013 года, окончание – июнь 2014 года. На сегодняшний момент, согласно выполненных объемов, общая сумма выполненных объемов составляет порядка 28 миллионов рублей или 45% относительно контракта. На данный момент проведен демонтаж внутренних конструкций, выполнено утепление наружных стен, установлены новые двери и окна, перегородки по новой планировке. Кровли готовы на 90%. Ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается система отопления. По графику подрядчик немного отстает, но все же садик обещают сдать летом, подчеркнул начальник ГУКС. В столице Чувашии сейчас ведется строительство двух новых садиков и реконструкция еще одного дошкольного учреждения. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии на уровне правительства региона обсудили агропромышленные вопросы. Необеспеченность сельского хозяйства необходимым количеством техники – серьезный барьер для развития отрасли, подчеркнул министр Сергей Павлов. Эта проблема была поднята сегодня на заседании Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашии. Инновационное развитие отрасли возможно только путем технической и технологической модернизации, внедрения достижений научно-технического прогресса и применения техники последнего поколения. Уровень ее приобретения за последние годы остается на одном и том же уровне, доложил министр сельского хозяйства. Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным, возможно, сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли и повышения производительности труда. На сегодняшний день у нас в Чувашской Республике производительность труда составляет 820 тысяч рублей на одного человека. В республике около 60% всех тракторов и более 50% комбайнов старше 10 лет. А также нагрузки на технику, они превышают нормативные в несколько раз, что приводит к дополнительным расходам и на ремонт, и потерям объемов производства. Требуется увеличение мощности тракторов, продолжил Сергей Павлов. В 2013 году было закуплено 8 тракторов с мощностью более 200 лошадиных сил. Но на данный момент этого недостаточно. Внедряются современные технологии орошения. В 2013 году 15 сельхозтоваропроизводителями закуплена мелиоративная техника. Это позволило оросить более 5000 гектаров земли. На заседании совета также был поднят вопрос покупки сельхозтехники по субсидированной процентной ставке. Глава республики поддержал это предложение. Кредит на приобретение техники очень популярен у сельхозпроизводителей, подчеркнул представитель одного из банков. А местные производители тракторов добавили, покупать сельхозтехнику в своем регионе удобно для заказчиков. Все запчасти под рукой. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Для бизнес-элиты экономический форум, для тех, кто больше интересуется культурой, разнообразная развлекательная программа. Чувашия готовится отмечать очередной День Республики. В праздничном сценарии множество приятных сюрпризов. В этом году День Республики примет у себя Комсомольский район. К предстоящему празднику организаторы готовят с десяток масштабных событий. Экономический форум, традиционная выставка, фестиваль «Русь мастеровая» и «Родники России». Кроме того, множество молодежных и спортивных мероприятий. Многие из них начнутся в апреле. Свое согласие участвовать в экономическом форуме уже подтвердили в министерствах регионального и экономического развития России. Президент Всероссийской организации качества, институты поддержки малого бизнеса, представители регионов, фонда Сколково, банков и других авторитетных структур. У авторов культурной программы тоже масштабные задумки. Ожидается, что в Чувашию приедут коллективы из 50 субъектов России. Ведутся переговоры с артистами из Китая и Италии. На празднике, всечувашском празднике Агадуй, у нас примет участие около 20 коллективов из регионов компактного проживания Чувашей. В настоящий момент как раз в регионах проходят отборочные туры. И по итогам этих отборочных туров будут определяться коллективы, которые приедут на Агадуй. Общее количество гостей и участников мероприятия мы ожидаем в пределах до 1300 человек.
В этом году предлагают отказаться от традиционного шествия участников фестиваля «Родники России». Взамен этого все коллективы будут выступать на организованных площадках во дворах. Официальное открытие пройдет 23 июня в 8 вечера. Но и это еще не все. И учитывая, что у нас олимпийская чемпионка с корнями из Чувашской республики Аделина Сотникова, балет на льду из города Екатеринбург и с участием Аделины Сотниковой. Мы искусственный лед вот в формате, то есть в оформлении сценического комплекса это предполагается. В этом году День Республики будет принимать Комсомольский район. Там решили объединить два праздника. Район отмечает и 75-летие со дня образования. Сейчас Комсомольская превратилась в большую стройку. Кроме дорог, строится многоквартирный дом для детей-сирот, ферма, магазины. Проходит смотр-конкурс среди сельских поселений. И вот самые лучшие номера будут отбираться на гала-концерт на День Республики. И надо сказать, что смотр-конкурс проходит очень даже на высоком уровне. Люди очень довольны этим. Основная задача, по словам главы администрации района, подготовиться основательно и провести праздник на высоком уровне. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Сергей Рябчиков. Республика. Министерство культуры России поддержало заявки Чувашии на сумму 60 миллионов 358 тысяч рублей. Речь идет о поддержке грантовых проектов, направленных на расширение культурного пространства. Будут профинансированы проекты межрегиональной лаборатории «Форум детской и национальной драматургии», международный особенный театральный фестиваль «Форум для особенных зрителей», постановка оперы Жоржа Бизе «Кармен», фестиваль традиций и обрядов народов России «Фолкстейшн Чебоксары», всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», хоровой форум «Поющая Волга». Также выделяются деньги на проведение ремонтно-реставрационных работ в соборе Тихвинского женского монастыря и в церкви Вознесения Господня. Продолжаем выпуск. Национальное радио Чувашии готовится к первой серьезной дате. В апреле ему исполнится 5 лет. За это время удалось сделать очень много. Радио вещает круглосуточно в FM-диапазоне, УКВ и в проводном вещании. Разработана и реализуется четкая программная политика. Сформирован творческий коллектив. Что нового у коллег, узнавала Елена Гальперина. Подготовка к дню рождения идет полным ходом. Сотрудники национального радио в буквальном смысле отправились в народ, чтобы поближе познакомиться со своим слушателем. Они планируют объехать все районы Чувашии и создать целый цикл программ. Радищики уже побывали в нескольких районах, встретились с интересными людьми, узнали, как живут дети в приемных семьях, как коротают вечера народные умельцы. О том, что среди слушателей национального радио немало мастеров, нетрудно догадаться, едва попав в редакцию. В знак благодарности сюда присылают и вот такие уютные подарки. Но больше всего приходит нематериальных презентов. В канун пятилетия национальное радио объявило конкурс на лучший текст для корпоративного гимна. Всего за месяц пришло около 500 писем, то есть около 500 стихотворных текстов. И до сих пор продолжают приходить, хотя прием конкурсных материалов уже завершился. Теперь дружный коллектив ломает головы, как выбрать из множества хороших одно лучшее. Будет один только победитель. Мы выберем только один текст для гимна. Но сейчас, чтобы не было остальным обидно, мы запускаем в эфир новую передачу, составленную из писем наших радиослушателей. Будем зачитывать эти письма, эти стихотворения голосами наших артистов. Перебирая письма, начальник продюсерского центра радиовещания Олег Прокопьев не устает восхищаться талантами жителей Чувашии. Ман чувашьеним эскуле ниме пахмазр чечеклень, итледе наци радионе хакларчак пурныш илемне. Итлерде наци радионе хакларчак пурныш илемне. После того, как авторитетное жюри, в которое войдут не только сотрудники национального радио, но и поэты, писатели, выберет лучший текст, его переложат на музыку и запишут в профессиональном исполнении. Полностью оформленный гимн прозвучит в день, когда будет отмечаться пятилетие национального радио Чувашии. Сначала со сцены, а потом и в эфире. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В дни зимней Паралимпиады в Сочи работает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. О своих впечатлениях от праздника спорта и спортсменах, которые победили жизненные обстоятельства, он рассказал нам по телефону.
Попасть на паралимпийские игры непросто. При себе необходимо иметь не только билеты, но и так называемый паспорт болельщика. Перед оформлением этого документа организаторы досконально проверяют личность человека. Но такие формальности любителей спорта не пугают. В Сочи приехало огромное количество туристов из разных регионов и стран. Поддержали паралимпийцев и члены общества инвалидов из Чувашии. Спортсмены с ограниченными возможностями. Приехали сюда и школьники из Канаша, Шумерли и Цивильска. На время игр к услугам гостей курсируют бесплатные автобусы и поезда. Да. В городе работает огромное количество волонтеров, и они готовы ответить на любые вопросы. В Сочи царит потрясающая атмосфера. Все ликуют победам наших паралимпийцев. Сегодня мы, журналисты, увидели воочию, как борются за медали биатлонисты. Россияне заняли весь пьедестал почета. Что ж, наша сборная выбилась в лидеры, но все сейчас ждут церемонию закрытия. Организаторы обещают устроить грандиозное шоу, но его детали пока держат в секрете. Дмитрий Ковалев, Республика, из паралимпийского Сочи. В Чувашии открыли счет для благотворительной и гуманитарной помощи жителям Крыма и Севастополя. Контролировать и распоряжаться счетом будет общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Данные счета, на которые можно пересылать средства, вы видите на экране. Кроме того, в поддержку жителей Крыма, которым предстоит принять важное судьбоносное решение, в Чувашии пройдет митинг. В столице республики неравнодушные люди соберутся 15 марта на Красной площади. Митинг будет проходить с 12 до 15 часов. С администрацией города инициаторы мероприятия уже согласовали. И вновь в рамках нашей программы мы представляем пятничную рубрику «Новости из сети». Три самые обсуждаемые темы недели, выбранные нами, оказались достаточно разнообразными. Но обо всем по порядку. Тема, кого волнует судьба чувашского языка, на форуме была создана давно, но активность в ней никак не утихает. Проблема постепенного исчезновения чувашского языка вызывает разные мнения. Форумчане сходны в одном – процесс пошел. А вот можем ли мы его остановить? И есть ли в этом смысл? Конечно, очень обидно, что наш родной язык постепенно уходит из разговорной речи. А ведь с ним вместе теряются традиции и культура чувашского народа. Все началось меняться лет 10-15 назад. Русским стали намекать, как же так? Живешь в Чувашии, чувашского не знаешь. Дальше больше. Не хочешь учить чувашский, бросай родную землю, езжай в Рязань. Чувашский превратили в обязаловку. Был опрос. Более 70% за добровольное изучение чувашского языка. 60-70% за добровольное изучение национальных языков. 25 апреля республика будет праздновать День чувашского языка. Предлагаем каждому в честь праздника выучить по 3 новых чувашских слова. И полезно, и интересно. Еще одна тема, активно обсуждаемая в интернете – бродячие собаки. Подниму тему. Может, кто из знающих людей сможет ответить. Какие действия должны предпринимать местные власти при жалобах на большое количество бездомных собак? Причем некоторые особи из числа собак и на людей не прочь побросаться. Сегодня видел, как собака на тротуаре набросилась на мальчика. Ребенка вроде отвезли в больницу. Покусала она его прилично так, за ноги. У нас раньше, говорит, собаками занимались специально спецавтохозяйство. И с них эту функцию убрали, а на других не возложили. Представляете? И теперь у нас город вот. У нас там семья собачья живет на Гладковой. На сайте управления ЖКХ и благоустройства есть информация, что по вопросу отлова бродячих собак можно обращаться по телефону 23 42 67. Вопрос открытости и диалога по разным актуальным темам находит неожиданное продолжение. Заблокирован живой журнал Алексея Навального. На Украине предлагают отказаться от трансляции российских каналов. В информагентствах меняются главные редактора. Лучшим новостным сайтом в Рунете для меня была лента.ру. Это очень оперативное и в то же время крайне объективное издание. И вот сейчас на лента.ру меняют главного редактора. Смена новостной политики, мне кажется, неизбежной. Нашу страну частенько обвиняют в отсутствии свободы слова, но лично я считаю, что у нас все более чем открыто. Я хочу стать журналистом, но не таким, который должен молчать, а таким, который будет говорить правду, какой бы горькой она ни была. Что попадет в зону внимания интернет-сообщества на грядущей неделе в нашей рубрике «В следующую пятницу».
15 и 16 марта будет полностью перекрыто движение по проспекту Мира от дома номер 35 до пересечения с проспектом Ивана Яковлева. Работы на объекте вступают в активную фазу. Рабочие приступили к переносу коммуникаций. Водителей просят выбирать объездные пути. Полностью движение на проспекте Ивана Яковлева подрядчики восстановят к июню, построив новую шестиполосную дорогу и выполнив благоустройство прилегающих территорий. В феврале в республике зарегистрирован рост пожаров. Это вызывает серьезное беспокойство. О том, почему количество пожаров растет и как уберечься от огня, мы говорили с экспертами. Смотрите «Круглый стол по пожарной безопасности» в воскресенье в 16:30 на национальном телевидении Чувашии. 49 погибших в пожарах только за два месяца этого года. Огонь беспощаден ко всем, кто нарушает в быту элементарные правила. В чем причина возгораний, кто виноват и как уберечься от пожара, обсудим за круглым столом. Смотрите в воскресенье 16 марта в 18:30. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи. Удачных вам выходных.